Лайфстил, как вы видите, не обязателен. Лайфстил совсем не обязательно, ребят. We'll meet. Ау, так мы злимся. Белону проиграть. Так, ну по крайней мере я на кукулине во все щели. Ага, ее, я понял. А не, вокал зашел, раз хотел знать трек. Да. Серёжа, ну ты чё? Ну, Димас. Я ж клипы всякие пилю потом на YouTube, а если там играет какая-то музыка каких-нибудь известных ребят, меня потом, блядь, ругают за это YouTube. Начинает мне всякие... Первая катка, нет, уже вторая. Первая была в 3 на 3 на 3, мы ее выиграли. Вторую мы проиграли, вот это третья. Этот скин прикольно бы анимацию полет сделать, типа... Да, да, но раньше не было эмоций. Господи, я вот эту глобальную эмоцию ничем не заменю. Она такая охрененная, что просто жесть. Теперь вообще ничего не слышно, вот. Это вроде бы Скайлайт были, да, это они есть. Чё там, пинг? Что скажешь про режим 3 на 3 на 3? Ну я одну сыграл, пока мы выиграли, потому что там тип, видимо, ливнул в другую команду. Хотя там уже была другая команда, так что... Мы еще отыграли. А что все дрочат на этот скин? Типа его никак не получить? Да, его никак не получить уже. Это охрененный скин. Все, можно их жать. Очень много урона. Откроем Twitch второй вкладкой. Хорош. Блин, на чё бы друг скучаю посмотреть, спасают твои стримы. Спасибо. Да тебе спасибо, то, что ты приходишь. Это очень важно, ребят. Бля, да вы серьезно, что ли? Мне не очень нравится этот скин. Тебе клит... А я что думаешь, помню. А, ну или тот, который ты скинул, который мы посмотрели, если то он, то крутой, мне нравится. К тебе в клан снимать может. Да вступайте, ребят, но он мертвый, я не советую. Я им не занимаюсь, как бы. Он раньше был сильным, хорошим, когда в нем Бенна был. Ну, вы, наверное, знаете, кто такой Бенна. Это бывший топовый один на один стример. Смайтер, точнее. Грандмастер миллиарда сезонов. Блять, а он уйдет отсюда или чё? Кто такой Бенна? Блять, сейчас бы не попасть. Импалом. Работяк, как вам анонс свитков? Свитков на Е3? Каких свитков? Смотрю твой стрим, посмотреть, само хочется играть, ставлю смайт, сгорает жопа, удаляю, репит. Хорош. Спасибо за поддержку. Спасибо, ребятушки. Чем я застрял? Спасибо, Адам, за полтос еще. Ты там клипчики, что ли, заказываешь? Спасибо, братан. Блять, алло, не отрывайся. На свитке же фурс рода. Ты чё? Да я же, я тебе говорю, я с 2014 года, как начал играть в Смайт, я вообще из мира игр выпал так, что просто жесть. Вот теперь хочу наверстать упущенное. Я начал играть в четвертое?
Только Дум порадовал. Ой, братан, мне очень нужен твой хил. Блять, как она больно бьет. Так, тихо, у него есть цепь. А, у тебя есть ограничение на огне? По-моему, на огне у меня есть все. Devil May Cry. Блин, не люблю серию Devil May Cry, не знаю почему. Как будто бы через силу пытался ее полюбить, но как-то нет. В итоге он умер под вышкой просто. Он не хочет слабый Танатос. Ребзиарт из деревни под названием Питер, а там играют только в Смит. Ну, на самом деле, типа... Ей за смайт выпал просто... Бля, да как он попадает-то, я не понимаю. Я умер. Нет, я не умер. Ну, мы если, бля... Ой, блядь, она меня убьет просто. Ультанет и убьет. Итак, вы угнали танк в костюме дракона, стреляли из огнемета и кричали, я как Улькан, как это вы объясните? Бля, ну иди бери, конечно. Это тупо, конечно. Перезапуск ДМС был мега хуёвый. А мне пропало, да, это. Мы ужасно просто на линии стоим, вообще отвратительно. А все почему? Потому что, блядь. Если я знал, что можно кидать по 30, то ты бы 0-2 играл, да? Я знаю, у них слабый RS. На мнение игра уже не актуальна. Я пытались перезапустить, но не очень удачно. Ну, может быть, я не фанат, не слежу за Devil May Cry. Я бы сейчас умер, блядь. Короче, не сливает серию. Так, в воскресенье вечером заставляли священника ультануть в железную птицу, как вы объясните. Ну все, хорош. Блядь, я сейчас не стрелял импалом, чтобы вы понимали, я просто двойку нажал. А у меня инстакастов нигде нет. Сказал, что Белка Джанглер говно. Нет, Белка Джанглер нормально. Говно, Афродита саппорт. Самое ужасное, блядь, что можно придумать в смайте, это Афродиту саппорта. Знал, что Белка Джанглер... Так, с ассасинов фарфланил очень долго, сам не знаю почему. А, я серию ассасинов не взлюбил, потому что она на поток встала. Как-то... Когда вышла первая часть, я просто охреневал. Думал, нифига там какая часть, ну, какая игра прикольная. Но у меня был слабый компьютер, короче, и я не мог в нее поиграть нормально. А потом они начали вот эти клепать клонов. Вот, и я что-то забил на эту серию. К моему стыду я не прошел ни одного Fallout'а, хотя играл, по-моему, во все, наверное. И вот я хочу купить, может быть, купить все Fallout'ы, которые есть, и типа мы их с вами... Ну, типа, равномерно так пройдем и пробежимся по всей истории Fallout'а. Как вы думаете? Снова здрасте, здорово, Серег. Что она делает? Fallout Good. Я имею в виду вообще, чтобы купить прям все самых классических серий. И всю ее пройти, типа. Я не успел. Хотя была идея закинуть. Ну, поняли, да? Я хотел поставить прям перед его цепью. Маги саппорт тоже срань, но мне, например, люди в джунглях на белке руинят игру.
Чем тебе Афра не нравится? Тем, что Афра это маг и соло-лайнер, и как максимум это мидер, но никак не саппорт. Да, мне понравилось. Кого ретрит-то? Блять, не получилось. А, и так время я вылез на сенс. Среди выставления рыжской участницы с криком завод. Кто сквозь стены кидается? Серьезно? Я не вижу. Пошел нахер. Какой у тебя уровень, Арте? 148 что ли, или 149 уже? Complete. У него же ульт откатился, жестко. Жестко мы дрючим над... Ну, посмотрите, на сколько левелов мы дрючим. Дрючим. Спасти белку. Так, а Рез действительно не в курсе, что у него 30p есть. Это очень круто. Я 63 левел на 54, если бы я не забросил, был бы сотый. У вас в Фолче можно и свитки пройти хотя бы с Моровинда. Хотя бы с Моровинда. И буду я их 5 лет, да, проходить. Так, нет, я хочу собрать пушечку. Но при самой нелепой ульта получает Танатс. Он даже если бы попал ультой, он бы умер. А, ну он так и попал в Афродиту как бы. А потом Ведьмак. Ожидание. Арти играет с подписчиком во все части Fallout, начиная с первой. Благополучно проходит их все на 100% в реальность. Арти купил все игры Fallout и забросил, сказав потом поиграю. Следуем Mass Effect. Mass Effect тоже пытался. Ванхура топ пассивка с первого левого пробивания, да. Я не понял, что он делает, но он то ли вылетел. Андромеду скипнуть? Что-то всем не зашла Андромеда, да? Вот смотрите, я про все игры знаю, но ни одну толком не прошел. Арти купил все фолочи, установился, сел играть смайт. Вот реальность. Конечно, вы же на фолочи придете, 5 человек, блин. И будете говорить, а где смайт? Что за Андромеда? Ну, этот... Как это, что за Андромеда? Последняя провалившись на самую одну часть. Но она не про... Ну, хотя да, она, наверное, провалилась. Ульт не жалеем, ребят. Я на тебя из-за смайта подписался, реально на Твиче искал человека, который в смайт катает, на тебя подписался. Ну вот, видите? Curses. Он не будет вырезаться. Ну, либо если будет, то он умрет. Лол, сейчас бы надо хуже жалеть ульт. Не, но есть такие, знаешь, кто типа... Вот сейчас был бы вариант убить без ульта, но я лучше 100% наюзну и убью, чем не юзну. И потом непонятно, что будет. Right.
Блять. Сейчас, если мы с Афродитой с Апротом выиграем, я буду в шоке. Блять, 100 монет мне не хватает. У меня в соматике 109 лол, если бы в больничке не лежал, то был бы 100. Да. Блять, серьезно. И прям в его ульт. Кстати, к игорному марафону готику можно добавить. Готику я проходил давно еще. По-моему. Знаешь, когда у Ютуба становится на стриме как минимум 10 тысяч, он становится ЧСВ, но ты никогда им не будешь. Спасибо. Я надеюсь, что... Я надеюсь, ты не имел в виду, что у меня никогда не будет 10 тысяч. Она ульт юзнула. У меня в смате 11 часов. Вот. У меня в смате за какой левел, если бы не удалил, то сжег бы ноги и остался инвалидом. Игрался за первый и второй дум. Дум я тоже проходил. Вот последний не проходил, естественно. 1400. У меня 3000 Steam показывает, но я играл до Steam еще, наверное, больше года. Я думаю, общее число это где-то 4000 часов сейчас. Вчера почему-то смайт лагал пинг FPS, но это нормально после обнов всяких. Нет, у тебя будет как максимум через год, минимум через 4 месяца. Но, блять, если через 4 месяца у меня будет 10 тысяч человек на ютубе, я буду пипец каким довольным. А если честно. Как Champions поиграешь, она же есть, если нет, то она бесплатная до понедельника. Да, я тоже выкладывал эту инфу у себя в группе. Если будете следить, там очень много всяких бесплатных анонсов. А Quake я давно-давно еще купил. Он умрет. Лол. Вот это его затыкал. Ой. Народ, можно как-то инфу Аку узнать, сколько часов игры? Да, на смайт-гуру. Смайт.гуру. Конечно, ты завязишься, будешь только с платными общаться в банке, дать сабмот. Но я надеюсь, что нет. Я еще думал, Эгис прожимать или нет, и не стал. Слышал шаки, что думаешь? Нет, не слышал. Сорян, ребят, не слышал. Запинал просто. Если про 10к сабов, Рилли будет проверять, ты будешь более толстым. Я надеюсь, что нет. Танат что-то пьяный, что ли. Танат слабый, ребят. Поэтому мы возьмем пробивание и будем их просто медленно, медленно топить дамагом, растапливать, знаете? Как маслица ножом. Что мне урон анхура именно так, такой напоминает, знаете, я вот так стреляю, у них хп так прикольно так. Разница просто большая. В 5 левелов разница с РСом, при том, что у меня куча пробивания. Это Шаки из Кубиду, он шутка. Не, правда, не знаю, кто Шаки. Поэтому мне ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего, вообще не знаю, кто это. В смысле, ты стример или ютубер, или кто? У нас Рататоскар очень-очень много спамит, мне это так бесит, но я не хочу его мьютить, как бы пока вроде как не за что. В смысле, не слышал, это один из самых популярных русских ютуберов по Смиту, тот чересчур адекватный, да? Не, не знаю.
Гоу дуэльку улем. Да слушай, можно? Чего нет? Привет, борода, здорово. И карточек, здорово. Варах на урон напоминает распитие коктейлей, знаешь, как через трубочку высасываешь. Шаки, это ник Жиновского с Майти. Янус лагает. Сначала черномок джангл, потом дуэль. Не, черномок джангл вряд ли будет. Я труп. Еще и промазал, блядь. Анус лагает, Янус лагает, да. Лол, у меня в бане красно-зеленый наклик. Я подумал, что банан от Гуч. Банане красно-зеленый, банан от Гуч. Как по мне, черномок может в джангл. Любой АДК, в принципе, может в джангл. Но это не значит, что он будет там эффективный, ребят. Сейчас я... Поиграю в Witch Hunt, прикольный хоррор. Я думаю, да. Думаю о том, чтобы его купить. Что-то перестали меня привлекать пиратки, да и нельзя типа стримить пиратки. Поэтому только официально, ребят, только официально. Ульт джангли топ. Мои поздравления с 1000 подписчиков, желаю дальнейшего увеличения аудитории. Спасибо, братан, спасибо, и карточек большое. Спасибо вам, кто на меня подписывается. Будем поднимать... Да чё, мы же материмся, будем поднимать пиздатейшее просто сообщество, ребят. И будем играть в разные игролики с вами. Я играл черномок в джангле, спинал, он ебет все, что движется. Ну, может быть, Кортекс. Сейчас дайте нам выиграть вот эту катку. С саппортом Афродита. Я, блин, так видосы назову, отвечаю, если мы выиграем. И все будет топчика. Еле нажал, блин. А че, братан, мы не будем убивать? Павера смотрел, поэтому захотел. Нет, не Павера смотрел. А он играл в это, да, Witch Hunt? По крайней мере, в моих играх. Так. Хорош. Хорош. Че, ребят, есть шанс на победу-то у нас? Не, мы сегодня, наверное, поиграем в Смайтец и потом добьем паладинами немножко. А завтра начнем, возможно, все-таки Зельду проходить, возможно. Посмотрим, короче. Хочу этот топовый скин на Чернобога. Я тоже хочу, поэтому, наверное, сейчас придется все-таки задонить. Так, ладно. 2300. Не хватит, да? Да. Берсерк Криколор Капа. Чё, про чё вы? Играл в нью игрушку отрезов. Уже заебал эту рекламу на каждом... Да, я её даже постримил в первый же день. Я, говорит, пойду за джангл баф. Нет, братан, я тут АДК. Просто с нереаль... 1000! Когда ДБД? Когда попаду в день, когда смогу с Эльвардом постримить? Что?
Но, братан, это ты зря. Вы видели, что за урон? Это что было, блядь? Дайте я догоню просто, и он труп. Ай, ладно. А типа, чтобы скин выпал, придется несколько раз по 30 гемов херануть, или один сундук стоит 30... Это вы в смайте? Я не знаю. Че, все уже знают, что такое цигил? Конечно, знают, у него 500 000 человек подписок. Все, вот нам некому. Нам некому идти и фронтлайнить, как бы. Видите, в чем проблема? Да дайте мне разик просто. Ой, что за урон? Что ты творишь, мужик? Что творит он хур с дамагом? И лайфстил, как вы видите, не обязателен. Лайфстил совсем не обязательно, ребят. Лол, мы выиграли с Афродитой, с саппортом, и я без отхила. Я по-любому этот видос выложу на YouTube. Ну что, как это так можно? И спасибо всем, кто посмотрит это видео, поставит лайк и подпишется на мой канал.